Вот такая вот автоматика котла. Автоматика безопасности и регулирования. Но тут ничего особо ценного такого нет. Так, устройство и принцип работы, указания мер безопасности. Вот здесь вот назначение ручек, винт регулировки запальной пламени, запальной горелки, ручка регулировки управления и регулирования, да? Вход-выход газа. А что происходит? Запальная горелка гаснет. Вообще котел тухнет так вот. Похоже, засорился. Как его? Ну, все вот эти трубки, наверное, надо прочистить. Так что буду сейчас что-то думать. Так, это лучше не трогать, бы сейчас вода потечет. Так, ну сперва закрыл кран. Кран закрыт. Я тебе нужна тут? Я снимаю, Валь. Спасибо, что... Так. Ключ на 8. Тут 4 болта. 4 болта. По углам вынимаю всю автоматику в сборе. Вот так уже остыло. Так, все, теперь буду чистить эту всю фигню. Так, сейчас обдую его трохи компрессором. Так, сколько тут? 7 килограмм, хватит.
есть. Теперь эту. Там запально. Запальную горелку. Так, вот трубка запальной горелки. Прочухаю трошки. Даже окалина какая-то сыпется. Ого, короче, там грязи дофига. Так, чуть-чуть выпрямил ее, что вот это вот 0,8 сварочная проволока. Сколько грязи оттуда, окалины. Значит, здесь вот этой вот проволочкой вот так вот еще постукиваю. Выскакивают ошметки. А здесь вон какую-то по диаметру тоже чуть-чуть медная. На вылет. Вот так вот чухаю из этой трубки. Вылетела целая куча. Так. Так, продуем. Ну, через это... Витя, да.
через калиброванную. Тут что? Тут резьба. Так, один. Эта штука, так я думаю, вынется. Чухать надо. Пилотная горелка, блин. Пару греет вот эта дырка. Так, поставил все на место. Сейчас буду ставить котел и испытания. Собрал все до кучи. Буду проверять тебя.